Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Мы продолжаем свой рассказ о насыщенной программе «Дня города 2024». Не переключайтесь! В воскресенье с 10 до 17.00 жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары». Участникам предлагают ответить на вопросы о городе и узнать о нем что-то новое, и, конечно, получить ценные призы. Квест разделен на два территориальных блока. Исторический город охватывает Самарский и Ленинский районы. Блок «Трудовая слава Безымянки» пройдет на территории Кировского и Промышленного района. В каждой игровой локации по 15 точек станций. Маршруты составлены таким образом, чтобы каждый участник имел возможность пройти их как пешком, так и используя велосипеды или самокаты. Стартовать можно с любой станции. На каждой точке участников квеста будут ждать тематические задания. Тех, кто прошли 5 или 10 станций, ждут сувениры на память. Участники, прошедшие все 15 локаций, получат подарок и смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов. На протяжении праздничных выходных будут организованы более 100 пешеходных краеведческих экскурсий. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города и открыть для себя интересные места. 14 авторских экскурсий проведут знаменитости нашего города в рамках эксклюзивного проекта «Моя Самара». Они поделятся с участниками уникальными историческими фактами и своими наблюдениями. Кроме того, для всех желающих будут доступны две экскурсии с аудиогидом «Квартал судеб» и «История одного дома». 8 сентября также будут запущены бесплатные экскурсионные автобусы. Они будут курсировать с 12 до 20.00. Путешествие можно начать от площади Кирова или от Барбошиной поляны. 8 сентября состоится гала-концерт крупнейшего в России фестиваля духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он начнется в 13.00 в Струковском саду. Здесь же с 14.30 можно увидеть плац-концерты и дефиле музыкантов-оркестров. Перед самарцами выступят 12 коллективов из таких городов, как Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Тольятти, Уфа. В 19.30 сводный оркестр участников фестиваля выступит на главной площади города. Центральным событием Дня города традиционно станет концерт на площади Куйбышева. Он начнется в 18.00. В программе выступления творческих семей Самары, популярных вокальных и хореографических коллективов. Хедлайнерами станут заслуженный артист России Сергей Трофимов и группа Ума Турман. На этом у меня все. Присоединяйтесь к масштабному празднованию Дня города. Этот день обещает быть насыщенным, ярким и незабываемым. Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу радости и веселья, почувствовать единство нашего города и зарядиться положительными эмоциями. До скорых встреч!